Согласитесь, несмотря на разницу в классе команд, матч представлялся довольно интересным. «Спартак» сегодня решает свои проблемы, «Уралмаш» свои, и очки необходимы и тем, и другим. Видимо, поэтому москвичи в первые 15 минут решили для начала измотать гостей игрой в пас, прежде чем приступить к решительным действиям. А затем все встало на свои места. На 24-й минуте Цимбаларь коварным ударом со штрафного обманул вратаря «Уралмаша», и красно-белые повели в счете. А вскоре он же прекрасно выполнил свободный удар. Нашел у дальней штанги Кеченова, и тот хлестко пробил в ближний угол. Спартаковцы имели и далее достаточно моментов для взятия ворот, но третий гол забили лишь на 64-й минуте. Тихонов в очередной раз ворвался в штрафную, где и был остановлен недозволенным приемом. Пенальти четко реализовал сам пострадавший. 3-0. Чуть позже несколько раз обострял ситуацию у ворот гостей, вышедший на замену молодой Безродный. Но счет уже так и не изменился.